А что, куда зовут? Ярославская. А, нет, дело в том, что у тебя что-то плакается. Что у тебя? Может, это тебе написали сейчас? Не, я. Они на караварке так не способились. Следующая остановка Ломана. Это что, девчонка, висит, надо чекать гречку, не есть. Да, давайте. Закрываем.
они туда не запускают. А я думала, ты с ними туда поедешь. Так не запускают охранники же с пассажирами в депо-то, конечно. А скажите, что я ваш сын? Скажите, что я ваш сын? Или там какой-нибудь младший брат? Все. Будем без них сейчас ездить. Кондуктор будет толкать, я буду рулить. Вот. А пассажиры будут идти рядом, потому что он будет тяжелый для кондуктора, если они будут внутри. Где это вы специально опускаете? Вы можете взять что-нибудь, вроде опускаю, потому что поешьте. Мы же сейчас на обед. Ну не вопрос. Они, говорят, поели, да? Вы же пообедали. Ну как, перекусили? Что, нас не пустят туда? Нет, не пустят. Сидите в троллейбусе. В троллейбусе будем сидеть? Андрюша, пойдем кушать. А вы сколько будете? Полчаса. Хорошо. Я вас провожу до проходной. Давай. Я не проходной, я туда пройду, диспетчер. Ну, где там, докуда, можно? Можно. Вы же не будете меня снимать, как я обедаю, да? А? Не будете же меня снимать, как я обедаю? Так это же круто. Нет. Нет? Ну, хорошо. Не надо. Я пойду пообедаю и приду. Ну все, приятного аппетита. Ничего, что снимаю? Нет. Два фильма пойдет. А? На YouTube. Вообще. На конкурс. А? На конкурс. Половину нам выигрыш.